Так, всем привет, значит, кто будет смотреть, кто смотрит, подписывайтесь, записывайтесь, описывайте и комментируйте. И также приветствуются дельные советы, значит, наша сеялка 3.6, по-моему, как это называется, ЦЗ. Я ее, в принципе, осенью смотрел, но сейчас уже начали к сезону подготавливаться и решил посмотреть. Там такой натяжник не очень такой, не нравится. Здесь я смазывал, обливали этим, эти все облиты. Вот это мне сейчас подсказали, это глубина, насколько. Ну, в принципе, хочу селитру и эти засеять поле под сенокос. Что я так понимаю, для тимофеевки и клевера глубоко не надо, а глубоко он тут стоит на зерне или не глубоко, не знаю. Так, ну эти стаканы я перебирал в том году, все поменял, поставил он хомуты все новые, семипроводы поменял. Единственное, что мне он там, эти стаканы не очень нравятся внизу, которые они бывают, что выпрыгивают. А так вроде все, мы там все, ну, вон здесь вон, они такие пластмассовые. Раньше вроде как железные были, и они, блин, там болтаются, как фиг знает что. Так, вроде смотрел я, все вроде перетягивали, цилиндр поставили, уже палец кто-то стырил, сейчас вставлю. Было у нас одна выключена. Набор я покупал, набор пальцев этих всех он поставил, и теперь два колеса, то есть когда разворачивался, одна сторона не села, ну что-то так было. Я стал смотреть, почему не работает, посмотрел, вот эта трещотка была отключена, и поставили все заново весь цилиндр. Игорь, а что здесь пальцем? Ага. Как не был? Я сеял что, без пальцев, что ли? Так и на том был, седой снимал. Когда себе брал. Вот эти, мне кажется, глубоко они. Надо, Игорь, взять их, этих, помазать, чтобы мы их открутили. Вот это регулирует глубину. Сева? Да. А выставлено, наверное, на зерно глубоковато. Потому что я смотрел сейчас на видео, там у них гораздо меньше, у нас что-то палец или у нас затянут до конца. Ну да, попозже. Ну, чтобы имел в виду. Так, ну и у нас такая интересная сеялка. Сейчас посмотрим. Она еще с этим. Вот. Семена трав. То есть вон здесь. Тут весь механизм, вот это открывалка выставления. Так, это тоже, по-моему, количество, но надо и это открывать. Я никогда не сеял. Вот здесь у нас закрыто сейчас. Сейчас Игорь травяную чистил. Все, но она сыроватая, попадала. Надо, в общем, посмотреть. А что, под этим не взяла? Что ли, Игорь? А, проверим? Ну да. Точно. Я пальцем это уже больше. Угу. И они вроде так висят, а
Я смотрел, вроде они не так, а у них специальные направляющие были как бы от этих, как они называются, вот эти основные-то. Сошники? Ну да. Сошников были штанги на травяные. И они вроде как тоже закапывали. Это лишняя запчасть. Ну, в общем, такая. Вот прибуда у нас стоит под траву. Не хочу ее вместе с этим, с селитрой сеять хочу, а с селитрой сеять у нас нету перегородок, получается, что кто на ней сеял, я не знаю, что он по два зерна кидало, что ли, у него, потому что вот этих вот перегородок нету. Я так понимаю, что это перегородки под зерно, а там удобрение. Вот мы хотим сейчас эти перегородки поставить. А чего их можно просто пластину вырезать? Да. И прихватить там. А зачем прихватывать? И пост поставить. И она вон ставится в пазы. Забивается в паз и все. Только как она еще пойдет забиваться. В общем, Игорь сейчас все вычистил. С кого компрессор взять? Ну, в общем, потихоньку собираемся. Ладно. Кто как там, что? И взять цепь стоит у нас. Она нависит, это якобы траву боронит сзади. А так. Вот такая вот. Сейчас тогда надо палец искать. Игорь. А где он? Можно скировать. Да, со своих мудей с ними. Ладно. Все, советы дельные приветствуются. Пишите. Так что начали готовить сейчас. Пойду пластины найду, с чего резать.